В этот день все для них – овации, поздравления и подарки. Ведь сегодня их выпускной. Впервые в истории района все выпускники отправились во дворец спорта «Видное» на прощальный бал. Наш район подарил нам такой выпускной. На самом деле мы этого вообще не ожидали. То есть мы приехали, нас встречала красная ковровая дорожка, обворожительные ведущие, куча фотографов. То есть то, чего обычный выпускник вообще ожидать не мог. В начале выпускников поздравили глава района Олег Хромов и почетные гости, член Совета Федерации Вячеслав Фетисов и общественный деятель Илона Броневицкая. Наиболее трудолюбивым и активным в спорте выпускникам глава вручил грамоты и золотые значки ГТО. После окончания официальной части небо над дворцом спорта озарило множество огней салютных залпов, на которые ребята смотрели с замиранием сердца. Разноцветные платья, прически по последней моде и, конечно, яркий макияж. На что только не идут выпускницы, чтобы на балу быть самыми-самыми. Маша с вопросом, как я буду выглядеть в этот вечер, определилась еще зимой. Готовилась я очень долго. Но для начала надо было купить платье. Платье мы все девочки покупали весной вообще. Я купила свое зимой. Вот потом, разумеется, все решили похудеть, но кто-то похудел, кто-то не похудел. Девушка планирует стать клиническим психологом и поступить в 3-й Московский государственный медицинский институт. Но обо всем об этом она подумает завтра. А сейчас настало время насладиться праздником. Самым трогательным и дорогим подарком для выпускников стала песня в исполнении их учителей. Именно эти люди были с ними на протяжении всех 11 лет учебы. Получилось, что я тоже выпускница 2016 года. В этом году я сменила род деятельности. Я ушла работать на другое место. И те дети, которые сегодня выпускаются, это мои дети, которых я вела с 7 класса по 11, практически немножко не довела. На сцене дворца теперь уже бывших учеников поздравили и популярные группы. А лазерное шоу создало настоящую космическую атмосферу. Так, благодаря администрации Ленинского района, у ребят состоялся поистине фантастический выпускной, который они точно никогда не забудут. Виктория Филатова и Адамия Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».